Очень красиво, я вообще пропитываюсь этим духом. Обалдеть! Вау! Милости просим вас на Знаменскую богатырскую заставу. Это место всегда как-то было исторически связано с военным делом, с нашей воинской доблестью. Бой! В этом месте мы занимаемся возрождением старорусского богатырства, потому что это наша история, культура, которую мы должны хранить и рассказывать про это другим. Покажите удаль молодецкую! Бой! Орловская область – это моя малая родина. Я всем сердцем хочу, чтобы она процветала, развивалась. Конечно, люблю Орловскую область. Завод наш не засыпает и поэтому не просыпается. Он работает в круглосуточном режиме 24/7. Орловский сталепрокат никогда не останавливается, не выключается, всегда в работе. Если взять, собрать 160 футбольных полей, поставить их рядом, как раз получится территория всего нашего предприятия. Вау! Ого, масштабы! Плюс гордостью, показывая на какой-то там объект Сочинской Олимпиады, говорить, что вот вы знаете, вот эти все помещения, все эти огромные конструкции держатся на орловских болтах. Потому что действительно это не преувеличение, это единственный завод в России, который может делать такой крепеж. Больше его не делает никто. Я первый раз на колокольне. Это самая высокая колокольня в Орловской области. Я в шоке от этого колокола. И мне кажется, я буду больше в шоке от его звука. И не знаю, если мы... Говорят, что колокольный звон... Такая вибрация, она на определенном порядке действует на тело человека, что тебе становится лучше. Обалдеть! Вы просто посмотрите, как там красиво, безгранично красиво. Просто там закат, поле зеленое, залитое. И можно еще сделать вот так. Это место, в котором теряется ощущение времени. В Спасское хорошо приезжать в любое время года, и надо приезжать в Спасское к Тургеневу и помнить о том, что в доме Тургенева всегда рад гостям. Здесь наши сотрудники рассказывают так много нового и интересного, что люди выходят из дома-музея Тургенева просто с потрясенными лицами. Лучшая награда для нас – это когда люди говорят: «Ой, надо обязательно перечитать». Удивительное вообще убранство и... Сильно отличается от того, что привыкли глаза видеть в современном. У каждой комнаты вообще какой-то свой отдельный мир. Эти обои вообще что-то нереальное. Как много я сегодня увидел того, чего вообще даже не задумывался, как это выглядело раньше, это классно. Очень красиво, я вообще пропитываюсь этим духом. Через камеру это не передается, но мы постараемся это сделать. Чувствуешь эту атмосферу, но при этом при всем, как удивительно, что... До сих пор сохраняется культура этого места и остается нашим наследием. Это такой супер старый русский десерт, исконный, еще дореволюционный. Ребята, сегодня мы делаем с вами гурьевскую кашу. Давай, все получше. Давай, мешай. И мне кажется, это что-то невероятное. Вот и уже можно подавать эти. У нас получилась невероятная каша. Мы сейчас находимся в селе Ильинское Хатынецкого района Орловской области.
возле музея, литературно-краеведческого музея Тургеневское Полесье. Уникальность нашего села в том, что, допустим, у нас бывали и поэты, и писатели, и музыканты. У нас был Калинников, Тургенев, у нас Фет здесь охотится, тоже приезжал. Еще мама ткала, бабушка ткала. Я в детстве помню зимнее время, всегда устанавливали станы. И ткали или половики, или холстины. Красиво в каждом селе была своя одежда. По одежде можно было даже узнать, из какого села женщина. Надо любить. Любить свое село, любить свою землю родную, любить свою родину. И вот и энергия оттуда и берется. От земли от нашей, от родной. Я не работаю, я этим живу, я в этом живу во всем. Допустим, если бы я не выбрала любимую профессию, любимое дело, то я не знаю, как бы я жила. Я живу своими животными, своими птицами. Я учитель физики и математики. Это место я выбрал 36 лет назад, потому что из окон школы я увидел куропаток, увидел ястреба-перепелятника. Ну, я с детства люблю ухаживать за животными, содержать животных. Когда вот ранней весной прилетают птицы, жаворонки прилетают, скворцы. Интересно, вот, как люди живут и не видят происходящего вокруг себя. Ну все, жизнь удалась. Понимаешь? Мы закончили. Во-первых, не надо бояться. И лошадь очень чувствует, если человек боится. Мы вот их заезжаем, тренируем. Начальная школа. А потом они уходят уже во взрослую жизнь, спортивную. Самое интересное, когда начинаю, вот пришли лошади в полгода, и начинаешь их обучать, там, одевать уздечку, сбрую. Кто кого победит, то она меня или я ее. И каждая лошадь, ну, характер так же, как у человека. Он разный. С Богом! Видели? Это я! Я ее вел! Я! Галя! 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 Не, ну Галя, мне кажется, сейчас просто в шоке будет, если честно. Она очень хотела бы кататься, она прям ждала этого дня. В шоке то, что настолько она натренирована, что даже чуть-чуть вот ремешок подтягиваешь влево, и она сразу поворачивает. Очень круто! Я не ожидала! Так что кому надо лошадь как-то круто разогнать, это ко мне. Сеня, коневод. Спасибо тебе, мое хорошее! Спасибо тебе, мое золотое! Особенность нашей гармошки Ливенки в том, что ни одна разновидность гармоники не имеет такой длинный мех. У данной гармошки очень звонкий-звонкий звук. То есть непосредственно, когда она звучит в составе ансамбля, в созвучии, когда звучат несколько гармоник, получается яркий, колоритный звук, под который просто невозможно усидеть. То есть ноги сами рвутся в пляс. Тот, кто начинает вышивать списом, в принципе, всех захватывает, и он увлекает. А техника сама по себе, в принципе, традиционная. Но сам по себе орловский спис в своей вот этой оригинальности мотивов, разнообразия вот этих узоров, которые набор формирует, вот этого нельзя увидеть нигде. Люди вокруг вас, там, ваши одноклассники, однокурсники, вот когда вы там сказали, чем вы занимаетесь, они как к этому Она относятся? Она мне говорит, Маша молодец. Нормально. Маша молодец, да. Все прекрасно, это замечательно. Я мама поет, и бабушка вышивала, дедушка печь.
Передаю это знание от того, кто мне его передал. И дальше, работая с детьми, я им рассказываю, я пытаюсь привить им эту любовь, показать красоту этих вещей. С любовью и уважением относиться к своим, с традицией, точнее, это само собой, это что-то большее, потому что это знание вообще истоков своих. Здесь у нас целый байдарочный порт. Мы здесь организуем походы на байдарках. У нас здесь огромный флот, до 100 человек. Главной задачей у нас было, чтобы люди, которые сидят в офисе, и у них нет знаний, снаряжения, компании, они могли увидеть всю эту красоту. Вот, наверное, вот это и есть нормальная человеческая жизнь, когда ты дышишь чистым воздухом, ты слышишь там шум воды. У тебя ощущение вот этой такой природы первозданной. Человек начинает растворяться в природе, и здесь самое главное поймать вот это чувство. Это очень круто. То есть вода тебе помогает плыть и идти по направлению волн. Так что это очень здорово. Реально объединение с природой. Именно поэтому к нам возвращаются и возвращаются, приезжают. И мы рады, что мы вот можем делать людям добро, счастье и вносить в их жизнь спокойствие. Слушай, вообще интересное природа, место. Природа, раздолье, простор. Как богат этот край своими пейзажами и наполняет новыми силами. Когда ты знакомишься со всем этим антуражем, со всеми этими людьми, понимаешь, что на самом деле в действительности здесь есть что-то такое волшебное, чего не встретишь нигде. Все это рядом с нами, все это есть у нас здесь.